Родительский клуб «Надежда» организовали педагоги Красновской школы. Идея его создания возникла давно, только в этом году удалось ее реализовать. Основная цель – помощь родителям в воспитании детей. Собираться в школе родители и педагоги будут раз в месяц. О том, как проходила первая встреча, в нашем материале. Название клубу дали родители на первом коллективном собрании. Правда, было их немного. Елена Хназейская – одна из тех, кто пришел на первое собрание. Мама двоих детей-подростков считает, что совместная работа родителей и педагогов поможет ей и другим решить проблемы воспитания, уберечь от ошибок. Ну, я поняла, что в клубе будут учиться тому, как распознавать чувства ребенка, как выстраивать с ним нормальные отношения, как разрешать конфликты, если они возникли. Это одна из целей создания клуба. На каждой встрече родителям будут давать домашние задания. Правда, оценки за его выполнение ставить никто не будет. Родители у нас будут учиться распознавать чувства ребенка. И постарайтесь почаще обнимать ребенка. И посмотрите на его реакцию. Какая у него будет реакция. Бывает за бытом, за трудностями семейными какими-то, да, житейскими. Мы забываем даже порой обнять ребенка, поцеловать. Вот пусть они посмотрят на его реакцию. Специалисты надеются, что занятия в клубе помогут родителям обрести согласие с детьми и создать психологическое благополучие в семье. Такие встречи будут проходить в здании школы раз в месяц. Следующая состоится 12 декабря. Александра Литкова, Антон Выдряков, телеканал «Север».